Одним из первых вопросов, представленных депутатам для голосования, был бюджет Ямальского района на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Начальник департамента финансов Ирина Конарева подробно рассказала об уточнении основных параметров бюджета района по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета при уточнении составили 5 миллиардов 453 миллиона рублей, расходы 5 миллиардов 931 миллион рублей. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджете увеличен в объеме 675 миллионов рублей. За счет увеличения объема субсидий на выполнение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках содействия с Федеральным фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Каждая цифра доклада была разъяснена депутатам на рабочем заседании, потому проголосовали единогласно. Вопросов к докладчику не возникло. Так же, как не вызвал дополнительных уточнений вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета на 2016 год. В подробном докладе Ирина Конарева рассказала обо всех направлениях доходной и расходной части. В прошлом году бюджет уточнялся 6 раз, а его общая сумма доходов составила 6 миллиардов 545 миллионов рублей. Львиную долю доходов бюджета также составили безвозмездные поступления, которые составили 66% от общего числа доходной части. Докладчик заметила, что особое внимание в 2016 году было уделено поддержке отраслей экономики. На эти цели в прошлом году было потрачено 805 миллионов рублей. 4 организациям агропромышленного комплекса была предоставлена финансовая помощь из бюджета в объеме 44 миллиона рублей. Финансовая помощь предприятиям предоставлялась на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, платежам во внебюджетные фонды, погашение коммунальных услуг. Всего расходы на мероприятия по оказанию финансовой поддержки муниципальным предприятиям составили 122 миллиона рублей. Доклад по бюджету 2016 года на основном заседании обсуждения вопросов не вызвал. Основная работа по его изучению была проведена днем ранее, на рабочей встрече. Потому решение было принято единогласно всем депутатским корпусом. Своевременно был предоставлен годовой отчет на проверку в контрольно-счетную палату. В мае месяце департаментом финансов были проведены публичные слушания. И сегодня на решение районной думы был утвержден отчет об исполнении бюджета. Замечаний и предложений в адрес департамента финансов не поступало. Решения были приняты по 2 вопросам единогласно. Большой блок вопросов касался внесения изменений в устав муниципального образования Ямальский район. Рассмотрение проекта состоялось 2 неделями ранее на общественных слушаниях. Тогда он был принят большинством голосов при 2 воздержавшихся. Теперь вынести свое окончательное решение предстояло уже народным избранникам. Единогласное решение было принято. Все изменения в уставе связаны с приведением его в соответствии с окружным и федеральным законодательством. Помимо традиционных вопросов, на заседании районной думы поднимались и новые темы для обсуждения. Вот сегодня мы приняли 2 положения, касающихся антикоррупционного законодательства. И еще одним новшеством сегодня было, это мы приняли правила пользования водными ресурсами, потому что вы знаете, что сейчас очень много внимания этому уделяется. Во-первых, и президент объявил год экологии, ну и на самом деле мы сегодня тоже понимаем, что экология – это будущее. Помимо прочих вопросов, народные избранники рассмотрели изменения в сфере ЖКХ, строительства и муниципального имущества. Впереди у депутатов каникулы, после которых они встретятся на очередное 14-е заседание. Екатерина Махова, Дмитрий Конышев, Ямальское телевидение, Ярсель.